В городском дворце культуры имени Истая прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Подробнее о торжественном мероприятии в следующем материале. В стенах ГДК звучат песни, играет симфонический оркестр, выступают артисты балета. Все внимание направлено на милых и прекрасных дам. В преддверии 8 марта прошел праздничный концерт «Аруда Малима». Перед концертом зрители могли насладиться работами учащихся детской художественной школы, а также увидеть национальную одежду, предметы быта и украшения выдающихся женщин Прииртышья, среди которых журналисты, педагоги, певицы и врачи. Шквал аплодисментов рассыпался по залу для артистов камерного хора и симфонического оркестра танцевального ансамбля «Нур». Сюрпризом для зрителей стали выступления известных казахстанских исполнителей Рената Малцагова, Гаделбека Жанай и Азамата Челтыргузова. Құрметті Павлодар облысының аяулы аналары, әжелері. Уважаемые жительницы города Павлодара, от всего сердца я поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, всегда хорошего настроения, исполнения всех желаний. Мы вас очень любим. Кристина Каспирович, Досымбек Токай, Ертас Ахпарат.